Друзья, всем привет! Я снова на автобусной остановке, в этот раз в такой лесной местности. Ждем автобуса и отправляемся очень-очень далеко. Хочу вам показать еще 3 пляжика, а то и 4. Посмотрим. Вперед! Дорога заняла 2 часа. Но впереди ветряки. Мне больше нравится называть их ветряные мельницы, чем ветряки. Пляж Гимнён. Это часть острова, где я сейчас нахожусь. Здесь все пляжики очень тихие, спокойные и уютные. Здесь какая-то особая атмосфера, очень теплая-теплая. Знаете, друзья, бывают такие места на Земле, в которых, как в человеке, можно увидеть внешнюю красоту, но почувствовать и внутреннюю. То есть увидеть что-то более прекрасное, чем просто море, солнце и песчаный берег. Для меня это одно из таких мест. Вот я дошла пешком до пляжа Вольджон или Вольджонни, но поселок этот называется вроде Вольджон. Окину взглядом просторы здешние. Thank you.
все с ней плохо. И здесь очень много виндсерферов. Хотя здесь нету таких прям больших-пребольших волн, но здесь, наверное, хорошо учиться с нуля. Что здесь очень-очень много кафешек. То есть здесь вечером не скучно. На этом пляже эти стульчики цветные очень знамениты. Здесь все фотографируются. Я очень часто вижу фотки в Инстаграме с этими стульчиками. Вот и я здесь отметилась. А теперь сейчас сяду в такси и поеду дальше. Крохотный пляжик Пёнгдэ. Ну, здесь слишком долго делать нечего, поэтому отправимся сейчас дальше на последний наш пляж. Сахва-бич. Конечный пункт назначения сегодняшнего. Я очень люблю этот пляж, но с погодой сегодня немножко не повезло. Очень ветрено и облачно. Но ничего страшного, я здесь была 2 месяца назад. И тогда была просто идеальная погода, солнечная, теплая. И я тогда тоже снимала видео, и сейчас вы увидите эти кадры. Также есть отдельное видео с видами этого пляжа и красивой музыкой. Ссылка на экране и в описании под этим видео. Thank you.
Вот у меня дилемма. Искупаться мне или нет? Я так хотела. Это же уже традиция. В конце дня купаться в море на последнем пляже. Ну, конечно, искупаюсь. Ну что, дорогие телезрители, наш репортаж подошел к концу. До новых встреч. Пока-пока!